Еще один наш житель, немецкая овчарка Тайсон. Вот, молодой кобель. Возраст 2 с копейками. Пацана тяжелое детство было. Вот. Обратился хозяин к очень недобросовестному кинологу. Вот, она его била. Ну и не дрессировала толком. Вот. Грубо говоря, хозяин платил так называемую дрессировку под ключ, или как-то так называется, когда собаку берет кинолог и дрессирует от, ну, короче, вне присутствия хозяина. Ну и получилось так, что она с собакой толком не занималась, он кому никаких не знал, очень агрессивничал на людей, на собак, панически боялся высоты, ступенек. Ну, когда собака к нам попала, это был вообще ужасный экземпляр. У него есть одна особенность. Эта собака не дрессируется ни на еде, ни на игрушках. У нее очень-очень специфический характер. Он только за инициативу и только за любовь дрессируется и выполняет команды. Приходилось его заставлять выполнять и преодолевать страхи. Вот, когда мы с ним познакомились, ему было чуть больше года. Ну, пришлось немножко, конечно, характер ему поломать, чтобы он начинал слушаться. Он настолько был у него страх, что он не мог подняться по ступенькам, даже на первый этаж, в один ступенек. Никаких барьеров, никаких преград, даже обычный маленький мостик через там канализацию он боялся переступить. А сейчас уже классный, активный, хороший пацан. Уже лазит где только можно. И ступеньки, и барьеры, и преграды. Все что угодно. Вот. Получилось так, что у хозяина ребенок заболел. И срочно его нужно было вывести за границу. Потому что у нас в Украине, к сожалению, не могут сделать достойное лечение. Там что-то специфическое, как бы, ну, не знаю. Вот, и Тайсон оказался у нас. Он очень-очень-очень классный, ласковый, хороший охранник. Очень-очень хорошо охраняет и контролирует территорию. То есть, если его выпустить на территории, он четко знает ее границы. За территорию не выходит, ну и на территорию никого не пускают. Были прецеденты, что хозяин приехал на территорию с работниками на своей машине и попросил не выходить из машины сотрудников. Ну, сотрудник не послушался, увидел, как хозяин целуется с ласковым псом. Вот, а он был без поводка. Ну и Тайсон, добрая душа, залез в машину и доставал из машины сотрудника зубами. Повезло, что он, ну, не за курточку, а за сумку. Говорит, нафиг, нечего сидеть в хозяйской машине. То есть он очень классный, обалденный охранник. У него очень хорошие рабочие качества. Причем, учитывая то, что его вообще не учили ни кусаться, ни швыряться, то есть ничего. Зооагрессия так таковая отсутствует. Он очень добрый, нежный и ласковый к другим животным. Проявляет очень интерес, особенно любит маленьких животных и маленьких собачек. Вот. В общей сложности у нас очень много собак, и пока их всех с утра погуляешь, вот, проходит очень много времени. Вы можете сейчас обратить на видео о том, что Тайсон, в общем, много-много раз ходит в туалет, видимо, что у него расстройство какое-то легкое. Он настолько порядочный, что в отличие от других собак, если вдруг ему хочется в туалет либо по большому, либо по маленькому, он в вольере не ходит в туалет. Вот. Только ждет, пока его выгуляют. Причем он красавец, может даже проситься с вольера, что типа выведите меня, я хочу в туалет. Вот. Не пищевик. То есть едой он перебирает. То есть ему нужно подбирать специально еду. Вот. Потому что он сидел на натуралке. Рацион у него был вообще шикарный, чтоб я так жил.
Thank you.